Всем привет, дорогие друзья! С вами Евгений Немов, музыкальный мастер. Адрес моей музыкальной мастерской внизу в описании под роликом. Сегодня ко мне в мастерскую зашел супергитарист, цыганский гитарист, носитель культуры нашей, так сказать, русской семиструнной гитары Гурана Орват. Прошу любить и жаловать. Сегодня мы тестируем гитару, которая была в ремонте. Гурана принес вот этот вот корпус. Да, расскажи, пожалуйста. Ну что я хочу сказать. Дорогие друзья, гости уважаемые, я нахожусь у нашего уважаемого человека Евгения Немова, музыкального мастера и реставратора. Гитара после реставрации. Хочу вам немножко рассказать о гитаре. Гитара Ерошкина, сделана двугрифная, семиструнка и 4 дополнительных баса. Вот она, дерево, хочу сказать, за дерево, это корень ореха. Как ни странно, дублирован внутри с другим материалом. Они делали так инструменты. Вот вы видите. Переклейка там получается. Да, переклейка такая получается внутри. Вот она, инструмент. Ну что хочу сказать. Давайте для начала попробуем. Я сейчас буду тестировать. Конечно, гитара должна отстояться. Мы струны. Только не тянули струны, к сожалению. Вам успехов. Мы были в гостях у Евгения Немова. Все, пока. Всего доброго. До свидания, друзья.